Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов. Дзен, Рутуб, Ютуб. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас конкурсы, они 99%, что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало, шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике хочу сделать обзорчик на интересненький довольно-таки кофе, а именно из Турции кофеечек. Холодненький кофеечек капучино, Iced Coffee Cappuccino, Obsesso, это, судя по всему, бренд, который производит этот кофе, сейчас посмотрим. Нет, производит другой вроде. В общем-то, покупал в Пятерочке данный кофеечек. Стоит он около 90 рублей. Сейчас будем все читать, сейчас будем все смотреть. Да, все-таки Obsesso, это, судя по всему, бренд, компания. Давайте переведем, может, что-то интересное будет. Осажденный Obsesso. А, нет, одержимый, если с английского переводить. Одержимый. Obsesso. Obsesso. Так. Покупал в Пятерочке, как сказал. Хранилось все это дело у меня в холодильнике, поэтому кофеечек холодный. Помню, обзорчик на кофе у меня уже был в баночке, да? Тоже холодненький. На канале есть, если кому интересно, найдете. Так, 240 миллилитров. Судя по всему, какая-то новиночка. Энергетики также есть, турецкие обзоры на канале также есть, если интересно. Так, ну, понятное дело, здесь этикеточка, как сказать, не родная. Если тут смотреть родную, там вроде на турецком и английском языке, тут, понятное дело, приклеили. Все правильно сделали, так сказать. Иначе реализовать такие продукты нельзя, где нет русской маркировки. Напиток безалкогольный, негазированный, холодного разлива. Кофейный напиток с молоком, со вкусом шоколада и ванили капучино. Стерилизованный продукт. Так, по поводу того, сколько здесь кофеина, не написано. Думал, компьютер так громко шумит. Так. Сахар. Ароматизаторы шоколад, ваниль. Да и в принципе ничего интересного нету. Продукт готов к употреблению. Пейте охлажденным. А, нет, вот изготовитель Dimes. А что такое Obsesso тогда? Obsesso типа это бренд. А Dimes это, собственно, держатель бренда, как я понял. Ну да. Местонахождение, адрес, место осуществления деятельности — Турция. Объем 0,24 литра. Ну и, в принципе, больше никакой здесь особой информации нету. Все это дело я прочитал, посмотрел. Давайте, в принципе, пробовать. 90 рублей за кофе. Или минимум 80. Максимум 90. Вот что-то такое ценник, не помню. То ли 80 рублей, то ли 90 рублей. 89. Не помню. Давайте открывать, пить. Вкуснятина. Давайте наливать, смотреть. Стакан буду наливать.
В принципе, обычный кофе. Цвет обычного кофе. Блин, нифига. Кажется, я нашел, что буду пить. Блин, нет. Теперь после этого кофе надо будет 100% мыть. Теперь я нашел, чем заменить энергетики. Тут же таурина меньше, по идее. И, по идее, вот этот кофе, он менее вреднее, чем энергетик, что ли, получается, нет? В принципе, обычный кофеек. Обычный холодный кофеек. Может быть, мои рецепторы забиты. Я, может, не ощущаю какого-то прикола. В принципе, вкус какой-то ванили чувствуется, но не особо сильно. Так, надеюсь, вам не слышно этого попугая. Если будет слышно, извиняйте. В следующий раз буду закрывать дверь. А, в принципе, что извиняться, прямо сейчас и закрою. Газированности, кстати говоря, нету в напитке. Просто пьешь холодный кофе. Со вкусом вот как раз-таки ванили. Шоколад-ваниль, да? Шоколад, может быть, тоже чувствуется чуть-чуть, но не особо понятно. Вот прям, когда ешь шоколад, чувствуется, да? А тут чувствуется просто обычный кофе, типа, и все. Но все равно кофе вкусный. Не знаю. Это чисто так. Проснулся с утра. В холодильнике лежит холодненький кофеечек. Взял, достал, открыл, вжарил и поехал работать. Это прям идеальный вариант, например, для меня. Не, прикольная тема. Вкусная. Мне нравится. Shake me. Взболтай меня. А если... А, он... Ну да, это же... Он с молоком уже идет, точно. Iced coffee with milk. Вместе с молоком. С молоком. Блин, у меня какая-то тяга. Пью чуть-чуть, и прям еще хочется пить. Как вот колу пробуешь, когда впервые... Когда у тебя еще рецепторы не забитые. Когда тебе хочется и хочется прям пить. Усилитель вкуса, вот, вспомнил. Блин. Вкусная тема. 100%. Вкусняшка. Оценочка данному кофе 5 из 5. Мне, в принципе, все понравилось. Сейчас допьем. Блин, а? Вкуснятина. Прям хорошая темка. Все дал, в принципе, оценочку дропнул. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.